Всем привет! Сегодня я вам покажу, как строится башня. Большая из магнита башня. И вот из этого магнитного конструктора я ее сейчас и построю. Вот я раскладываю треугольники. Здесь надо по три раза вот такие треугольники. Так. Так, вот. Вот так вот мы их соединяем. И теперь берем квадраты. И расставляем вот так вот их. Одна сюда и сюда одна. И так далее. Вот я собрал все. И теперь мы вот так вот, смотрите, вот. Вот по инструкции, там сразу вот так вот было. И сейчас мы их вот так. Раз. И вот моя башня готова. Я вам расскажу, как можно собрать из магнитного конструктора магический шар. И вот вы сейчас увидите и посмотрите, как его можно собрать. Вот. Вот эти штучки 4 мы делаем вот 3 квадрата. С этой стороны 4 квадрата, а с этой стороны 3 квадрата. Вот так. И получается у нас вот такая линия. Итак, теперь мы вот от этой середины делаем 4 вот штуки. И потом вот сюда еще делаем 3 штуки. И теперь мы прикладываем вот эти вот треугольники вот сюда, сюда, сюда и сюда. Потом прикладываем вот эти вот квадраты вот так наискосок. И потом вот так вот наоборот мы вот. Потом вот так вот раз, 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 и вот получается магический шар. Кому понравилось, ставьте лайк. Сейчас мы будем строить осьминожку. Эта осьминожка состоит, вот он, вот это осьминог. И вот сейчас мы его будем строить. Из чего он состоит? Из 5 треугольников, ну много. Там много треугольников, неважно сколько. Итак, ну вот мы его собираем. Вот так. Делаем вот эти вот 5 квадратов. Потом берем вот такие треугольники и вставляем их вот так. Теперь вот эти вот маленькие треугольнички мы делаем вот так.
так. И так. Теперь мы делаем ему вот сюда вот два глаза. И потом. Раз. И вот наш осьминожка готов. Кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Сейчас вы увидите то, чего мы никогда не видели. Разрушение нашего любимого осьминожка. Кому его будет жалко, тот поставит плохой лайк. Кому его не будет жалко, тот поставит лучший лайк. И смотрите на это зрелище. Вот от него что осталось.